Сион, Зайон. И когда они увидели, что светлище опустошение и алтарь акзвернен и ворота сужения, и кусти растут над дворах, как в лесу или в одной из гор, да и палати священников снесли, они снимали свою одежду и громко опла оплакивали их громко оплакивали их, бросали пепер на их головы и подали на землю прямо на их лицо, и пускали тревогу трубами и плакали до небес. Тогда Юда назначил некоторых людей сражаться с тем, кто был в крепости, пока он не очистил святилище. Поэтому он выбрал свечников, безупречник разговоров, таких, как умевшие удовольствие от закона, которые очистили. Еще раз, я буду это повторять. Слушайте. Поэтому он выбрал свечников, безупречных разговоров, такие, как умевшие удовольствие от закона которые очистили светлище и обнажили озвернение с камней и нечистое место. И когда они советовались, что делать с жертвенником все сожения, которые были они думали, что лучше потянуть его, чтобы это не было укориз... укоризнением им потому что язычники отвернили его, и потому что они сняли его. Дальше. Стих 46. И положили камни на горе Храмафу в удобном месте, пока не придет пророк, чтобы показать, что с ними делать. Затем они взяли целые камни согласно закону и построили новые веник согласно первому и составили светлиши и веши, кои биле во храмот и озветили двор. Они так же сделали нови светли сосуди и во храм они пренесли под свешник веник за сожжение, благо, извинјају се. Они так же сделали нови светли сосуди и в храм они принесли под жертвенник все благовоние и стол. И на жертвеннике они сжигали благовоние и светлинки, светлинки на светлинке озвещали, чтобы светить в храме. Кроме того, Они положили хлеб на стол, расстелили завесы и завершили все дела. Кроме этого, они положили хлеб на стол, расстелили завесы и завершили все дела, которые они начали делать. В 5 и 12 день 9 месяца. В 5 и 12 день... Девятого месяца, месяца, который называется месяцем числовых. В 148 году они восстали утром и принесли жертву согласно закону на новом жертвеннике все сужения, которые они сделали. Посмотрите, в какое время и в какой день язычники отвернили его даже в то время, когда она была посвящена песням, китарам, арфам и симбалам, наши бури начинают э, отмечать, э, забрать это э, храм обратно от язычники люди, греческие люди. Здесь они уже счастили эти э, места, или наши храм в Иерусалиме. И они принесли много новых вещей для этого храма. Потому что эти греческие белые люди, они уже, как сказали, они отверлили все эти вещи в храме. Мы уже читали, что они сделали в этом храме. Еще раз посмотрите на, на видео, это видео, или старое видео. Еще раз посмотрите, недавно об этом я читал от 2 Маковия, глава, а, глава 6, стих 1 до 5, что язычники или греческие белые люди сделали в храме, в наш Бог храм. Дальше мы продолжаем стих 55. Тогда все люди пали ниц, поклонясь и восхваляв Бога Небесного, который дал им хороший успех. И поэтому они хранили позвоящение жервеника восемь, восемь дней. Восемь дней. Еще раз. И поэтому они хранили позвоящение, это праздник. Они хранили это праздник, праздник позвоящения восемь дней, и приносили все сужения с радостью, и жертвовали жертвой освобождения и хвали. Это праздник тоже называет Ханука или Ханука. Ложные еврейские люди сегодня в Израиле называют это праздник Ханука или Ханука.

среди людей за то, что упреки язычников были устранены. Более того, Юда и его братья со всей общиной Израиля предопределили, что дни посвящения жертвенника должны храниться в их сезоне из года в год в течение восьми дней. Начинае со 5 и 200а неа мјесе са хислев. Ещё раз. Начинае со ПЦ и 200а неа мјесе са хислев. Дальше. True. В то же время они построили гор Сион со високи стенами и синами башнями вокруг, чтобы язычники не пришли и не наступили. Потому что это уже, язни, это уже закон, что язычники не могут быть в наших храм И тоже, когда Иисус Христос будет здесь, это то же самое. Вы можете об этом читать в книге Откровения, глава 11. Язычники или остальные народы, они не могут быть в наших храме. Они не могут быть в наших храмах. Только наш Бог, Иисус Христос и Израиль ⁇ люди. остальные люди будут, может, я не знаю, где они будут, но они должны не будут, они не могут быть в украме. Дальше. В то же время они... В то же время они построили гору Сион с высокими стенами и с сильными башнями вокруг, чтобы язычники не пришли и не наступили, как они это делали раньше. И они установили там гарнизон, чтобы сохранить его, и укрепили бицур, чтобы сохранить его, сохранить наши, наши земли чтобы люди могли иметь защиту от идумейских людей, или идумейских людей, или белые люди сегодня, идумия. Они уже были наши проблемы от сегодня. Навсегда. Навсегда. Посмотрите старые видео, я делал раньше, о Исаве и Якове. Или читайте, Книга uh, Битии, глава 25, стих 25 до 28 или 29. Я не помню. Сейчас мы уже читали об этом праздник. И дальше еще раз, мы об этом будем читать. Будем читать в 2 макавеи, глава 1. Стих 70 до 80. Давай сейчас. Давай сейчас мы продолжаем читать об этом празднике еще раз. Об этом праздник еще раз. В новой книге, 2 Макавей. глава 1, стих 17 до 18. 2 Маковей. 2 макавей, глава 1, стих 17. Да будет Благословен наш Бог во всем, кто избавил нисчастивых. Поэтому хотя теперь мы намерение продолжать ощущение храма в 5 и 20 день месяца счастлив, как мы же раньше а, читали. 25 день в 19 а, месяц. Это, это начинает а, праздник. Праздник позвольшения. 25-й день в 9-й месяц. Еще раз. 25-й день в 9-й месяц в год. Дальше. Поэтому, хотя теперь мои намерения продолжать ощущение храма в 5-й, 29 месяца счастлив Мы сошли необходимым засвяте вам это, чтобы и вы могли хранить его как праздник скини и огонь, который был дан нам. Помните, что мы отмечали об этом, я уже делал раньше, это праздник, я читал от Библии, что мы отмечали, это праздник семь дней. Наши праздники здесь сказали, что мы будем отмечать это новый праздник, праздник посвящения, как праздник кушей. Семь дней. Поэтому хотя теперь мы намерение продолжать ощущение храма в пятый и двадцатый день месяца счастлив. Мы сошли необходимым за свидетельствовать вам это, чтобы вы могли хранить его как праздник с и огонь, который был дан нам, когда Неемия принес жертву. Вы можете читать об этом в книге Неемии, глава 8. После чего он построил храм и жертв виник. Это уже все. Об этом праздник. Сейчас. У меня вопрос. Иисус Христос, когда Он был здесь, Он отмечал, это праздник или нет. Потому что есть много людей сегодня в христианских церковь. Они сказали, что праздник по это не в Библии. Это вообще не в Библии. Слушайте. Они никогда не соблюдают остальные законы от нашего Бога. Значит, все его э, праздники, остальные Пасха, праздник Кушей, праздников, они, или, э, праздник Пурим, или Шаббат, они не соблюдают эти все законы. Как вы можете? Узнавать об этом праздник. Как вы можете узнать об этом праздник, если вы не, не вообще не научились наши люди в, Гре... uh, в церковь, извиняюсь, в церковь этих все законы. Надо читать Библию. Надо читать Библию. Книга Иоанна глава 10, стих 22. Сейчас мы узнаем, если наши спасители Иисус Христос отмечал это праздник. Книга Иоанна, глава 10, стих 22. Настал же тогда, настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления. Книга Джон, глава 10, стих 22. Сейчас мы узнаем, если наши спасители Иисус Христос отмечал этот праздник. Книга Джон, глава 10, стих 22. Настал же тогда в Иерусалиме праздник позвоящения. Праздник позвоящения. И была зима. Ibila Zima. We used to scream black power while Harong was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. I U I C. We deliver the truth.